Сейчас я покажу вам, как закачать архив на хостинг Rec.ru через FTP. Так, Total Commander я уже показывал. Надеюсь, вы уже его скачали, если будете работать через Total Commander. Нажимаем «Сеть», «Соединиться с FTP сервером». Тут у меня уже заполнено две, ну, с предыдущих уроков. Выбираем Rec.ru, нажимаем «Соединиться». Попадаем на хостинг, нажимаем папку «www». Заходим нам в папку домена. Вот на компьютере у меня два архива. Берем, допустим, OpenCard. Перетаскиваем. Нажимаем ОК. Идет закачка на хостинг. Все, мы закачали архив на хостинг. Ну, если нам надо WordPress, поступаем точно так же. Но в любом случае нам надо один из архивов. Если у вас один сайт. Если у вас два сайта, то по одному архиву в каждую папку. То бишь, OpenCard в один домен, WordPress в другой домен. Ну, вот я удалю один ненужный. Оставим OpenCard. Как загрузить архив сайта через FTP на Rec.ru, я только что показал. Дальше, как с этим работать, будет в следующих видео.